Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит новый сезон новогодних укулеле-разборов. Разбор на укулеле. В этом сезоне новогодних разборов у укулельки появилась собственная шапочка, и на этот раз мы будем разбирать как песни, так и что-то поиграть разного уровня сложности. Но сегодня мы с вами будем играть пальчиками мелодию Deck the Hell. Поэтому бери сейчас укулельку в руки и погнали учиться. И вот как она у тебя будет выглядеть. И для того, чтобы это все сыграть с помощью только одной укулельки, вам нужно уметь читать табы. Но если вы не знаете, что такое табы, или затрудняетесь их быстро читать, на канале есть целый видос, обязательно сначала посмотрите его, потом возвращайтесь сюда. А кто только недавно начал играть по табам, то я оставляю в описании ссылочку на простую вариацию. Здесь мы будем играть что-то посложнее. А я напоминаю, если ты хочешь приобрести себе свой первый, а может быть просто новый инструмент, то у меня есть специальные промокоды, которые тебе дадут скидку в музыкальных магазинах Динатон и также в магазине Skiff Music. Их можно использовать абсолютно на любой товар, но самое главное, они работают в офлайн и онлайн магазине. Поэтому пользуйся и экономь свои доллары. Итак, давайте сразу пройдемся по аккордам, чтобы мне не пришлось объяснять вам по 100-500 раз. У нас есть основной аккорд Фа, мы зажимаем вторую струну на первом ладу, далее зажимаем четвертую струну на втором ладу. Вот у нас есть такой фа. Но к этой конструкции для красоты звучания мы можем добавить первую струну на третьем ладу, как бы взять аккорд С дополнительно. То есть было так, стало так. Можете зажимать безымянным пальчиком, можете зажимать мизинчиком, не принципиально. Далее у нас с вами идет аккорд С. Простую вариацию мы помним, зажимаем просто первую струну на третьем ладу. Но для красоты опять звучания мы можем зажать также на третьем ладу вторую струну, и будет звучать так. Это тоже аккорд С, просто другой вариант. То есть вот. Также в одном моменте нам понадобится аккорд А диез, но не такой, который мы привыкли играть, да? А вариант полегче. Мы зажимаем с вами третью и первую струну на пятом ладу и вторую струну на шестом ладу. Причем мы играем нижние три струны, четвертую не трогаем. Получается так. Можете, конечно, в этот момент, когда вы будете играть этот аккорд, зажать четвертую струну, чтобы было глушение, и сыграть так. Это наши основные аккорды. Давайте еще раз. Вот такой фа. Фа поинтересней. Аккорд С. Аккорд С поинтересней. И аккорд А диез. В одном моменте там еще у нас будут просто звучать все открытые струны. Это под конец. В принципе, вы сразу поймете, что тут ничего зажимать не надо. Мы эти аккорды будем играть на первую долю, в самом начале, на первую третью где-то еще будем играть. И будем делать заполнение между этими аккордами. Я думаю, в принципе, тут не нужно мне что-то разглагольствовать. Давайте будем разбирать по кусочкам, по строчкам, чтобы вам было понятно. Первая строчка звучит следующим образом. Такая у нас строчка. Она, кстати, будет повторяться два раза подряд. Давайте теперь чуть медленнее. То есть я играю этот аккорд. Далее играю на первой струне первый лад. Далее эту первую струну открытую. Затем иду на вторую струну, играю на третьем ладу. Далее зажимаю просто фа. Дальше у нас идет опять вторая струна на третьем ладу. Затем открытая первая струна. Затем эту вторую струну зажимаю на первом ладу. Получается. Далее у нас с вами идет этот аккорд С, интересненький который. Далее у нас идет первая струна открытая, затем на первом ладу, затем на второй струне третий лад и опять аккорд Фа. И заканчиваем опять на второй струне на третьем ладу. То есть такой вот ход интересный. Четвертый такт у нас играет аккорд Фа, открытая вторая струна и опять Фа. Можете при этом полностью аккорд Фа не убирать, то есть просто отжать указательный пальчик и играть открытую струну и опять вернуть. Давай сейчас в медленном темпе эти четыре такта. Угу.
Угу, красота. Теперь это сыграем два раза подряд. Поздравляю, идем дальше. Следующий такт у нас начинается с аккорда С, таким интересненьким. Далее опять играем открытую первую струну, затем зажимаем ее на первом ладу, затем зажимаем вторую струну на третьем ладу. То есть та-та-та-та. Лайфхак, вы можете, кстати, поставить аккорд С вот таким варианте. Далее, не убирать средний пальчик, его оставить, чтобы вам не приходилось опять заново ставить эту вторую струну на третьем ладу. То есть вы ее оставили, играем аккорд С, идем играть первую струну и вернулись на третий. На третий лад, на вторую струну. То есть ничего не убираем. Удобно. Далее у нас с вами идет просто аккорд Фа. Затем опять играем первую струну на первом ладу, на третьем ладу и вторая струна на третьем ладу. Давайте садим, что получается. Далее у нас идет все на первой струне. Играем открытую, далее на втором ладу, на третьем, переезжаем на пятый, седьмой, восьмой. То есть еще раз. И играем дальше седьмой лад, пятый, третий. Соберем. Угу. Давайте теперь полностью эту строчку. Что у нас получается? Далее, последняя четвертая строчка, начало точно такое же, как было в самом начале. Вот это вот. А концовка меняется. Вот в конце мы играем аккорд вот этот А диез. Далее на первой струне играем три раза пятый лад. Возвращаемся, играем интересный Фа. И играем первую струну на первом ладу. То есть смотрите. Далее играем просто открытые все струны. Зажимаем вторую струну на третьем ладу. Спасибо Бимочке, которая бегает по столу. И заканчиваем аккордом Фа. То есть... Давайте последние два такта соединим. Теперь четвертая строчка полностью. Давайте теперь все соберем от начала до конца в медленном темпе. Если тебе понравился этот видосик, обязательно пиши в комментариях, что в следующий раз разобрать. Ну а также напоминаю, что на канале есть целый плейлист с новогодними разборами. Обязательно его чекай и смотри. Ну а вообще, хочу отдельно поблагодарить всех ребят, которые поддержат меня на Boosty. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Thank you.